Привет, друзья! Это я, Константин Талах, и это мой блог Born to Travel with Talach. Я продолжаю свои путешествия по Исландии, и сегодня я нахожусь в городе Акурери. Я взобрался один из холмов в Акурери, и теперь я буду вам показывать панорамы с высоты. Я не знаю, что это за здание с масонским символом, но очень напоминает синагогу. Как мне нравится это просто урна. Вот такая нудистская скульптура. Это я вышел к плавательному бассейну. Мне совершенно случайно получилось проникнуть на территорию бассейна. И я могу снять счастливых людей. Я двигаюсь по направлению к горам. Это аптека. Это спортивный магазин с космическими ценами. Ну и наконец-то я нашел супермаркет в Акурери. Цены космические. Какая-то электрическая станция. Land Rover. Сколько ему лет, интересно? Как я говорил уже раньше, Исландия – футбольная страна. Это все футбольное поле. Сегодня тренировка идет в закрытом помещении, в закрытом зале. Я нахожусь на территории футбольного клуба КАК. Вот его эмблема. КА. Исландский футбольный клуб из города Акурери, представляющий спортивное общество города. Основан 8 января 1928 года. Главным соперником является другой местный спортивный клуб ТОР. Клубные цвета желтый и синий. Жовто-блакитні. Вперед! Началась череда супермаркетов и спортивных сооружений. Я вышел за город на окружную дорогу. Впереди только горы. Буду возвращаться. Я прошел ровно 5 километров и вышел к коттеджным домикам. Я уже 15 минут иду вдоль коттеджного поселка. Вот такая она, одноэтажная Исландия. Точно такой же памятник есть в Рейкьявике за озером Тёрнин. Сзади меня находится католическая церковь Святого Петра в Акурери. Забрался на второй этаж.
я вышел вновь к церкви Айкурери. Изначально цель сегодняшнего путешествия была посетить ботанический сад. Я его нашел, но поскольку меня уже немного поджимает время, я решил отложить посещение ботанического сада на следующий раз. Это будет фильм номер 2 Айкурери. Я думаю, что вам понравилось. Подписывайтесь на мое видео. С вами был я, Константин Талах, и это мой блог Born to Travel with Talach. Сегодня 16 августа 2021 года. Thank you.